ехала в сторону берега, левого берега по Броварскому шоссе, в первом ряду. Вот, и на моих глазах ехали буквально, скорость была небольшая, что у меня, что у водителя спереди, может быть, где-то километров 65, я думаю. Вот, и просто на моих глазах он начал медленно-медленно вот так вот просто съезжать навстречу. Я не могла понять вообще, что происходит. То есть, хотя до этого он ехал, в принципе, ровно. Вот, он съезжает навстречу и бум, задевает вот эту вот машиночку, она разворачивается, и вот на Деоланусе, который вот эта машина, он не успел притормозить, соответственно, и они еще столкнулись. Ну, то есть, как-то так. Еще раз скажи. Это марка машины. Вот это? Да, Opel. Это Opel. Да, что хотел сказать-то? Подушки безопасности без использования ремней безопасности мало радости. Пострадавшие оба. Ну, не убились, конечно. Могло обойтись вообще без крови.